Батя в здании, все правильно. Смотрите, что мы делаем. Катаемся, короче, на СТРВ FM21. Похоже на радиостанцию какую-то, название танка. Нас это не останавливает. Он чем хорош? В принципе, ничем. Он всем полностью плох. Он громоздкий, картонный. И пулемет, который толком тоже не особо кого-то шьет. Поехали разбираться в бой. Что тут тянуть кота за яйца? В смысле, за резину. В смысле, долгий ящик. А до этого еще, пока мы тут заканчивали прошлый стрим, пришли ребята много, в большом количестве. Давай донатить. Написал седой мальчик. Друг зовет играть в тундру. Говорит, что пригорает меньше. Есть броня и нет дурацкого сведения. Можешь на стриме пару слов сказать, почему War Thunder говно? Не могу. Просто потому что. Я в нее не играю. Что я могу про нее сказать? Будет некрасиво. Обосрать людей, за что они сделали игру, тоже будет неправильно. Вот. Каждый выбирает сам, я выбираю тунки. Вот эти вот, и мне от них прямо кек, лол, а-за-за. Седой мальчик, спасибо за стримы. Перестал играть, потому что пригорает, а твои стримы смотрю, потому что позитивные. Седой мальчик написал. Я вот парик свой снимаю после стримов, тоже там под ним весь седой. Застрой бетон. Так, на следующем стриме передай привет Республике Карелия, а именно городу Петрозаводск, моей маленькой родине, город Ким, и самое главное, Максим Филатов, Речно, Рачелло, консольные танки, Авно, только ПК, только хардкор, спасибо. Короче, Петрозаводску и маленькой родине, город Ким, привет. А у нас противогаз, а у нас первый уровень. У нас, короче, Миттенгард, йоу. Сейчас урываемся. Танк, конечно, ужасный на вид. Зато он реально существовал. Есть даже Николас Моран по нему поползал и везде залез. А там внутри у него как будто в автобусе. Миллион. Так, сова, да? Сову заметили все. Я ее чуть позже покажу. Она какое-то время будет жить со мной, пока не уйдет к другому. Звучит. Сказал как ртом. Так, хорош тут обгонять, понимаешь. Я уже всех свечу на оптике, на лабутенах. Изи просто. Пофармил мега респектный захват. А может быть и поубивать стоит уже. О, а сведение будет у нас сегодня? Ёкалмане. Так, счастливой охоты, брат. Он уже горит, да горит, наверное, да, горит. А нормально начало боя. Я тут постою трубами и свечу. А МС-1 ожил. А что у него случилось? Нормально же стоял. Получал. Так, поехали в нагибчик. На моем кроссовке. Он похож на, знаете, вот на питерском телевидении. Я вот в детстве смотрел, была такая передача дурная. Хоть бы вспомнить, как она называется. Там был кроссовок Хоха. Ну, типа, как «Спокойной ночи, малыши», только для каких-то совершенно упоротых малышей. Ты куда? Поехал. Вернись. Нормально же стреляли. А, он выезжает теперь передом. Ну, я тут как этот, как статист выйду, задом. Отлично входит в его лютую броню. Все пульки взлетели. Ну, медлительный танк очень. И сведение долгущее. Ну, то есть, играбельности в этом чувствую вообще. Не чувствую, короче. Играбельности не чувствую я. Ой, что-то я ворвался. На МС-1 будет откачивать назад? Я бы вот этого... А я бы подъехал бы и украсил бы, Павел Васильевич. Владимир Владимирович, спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. Конечно. Дмитрий Анатольевич, приезжайте, украсьте, в конце концов. Будет здорово. Так, МС-1 мне долбанул на пол хп. Сразу прикручинился я. Так, а я въеду и... А, тут уже больше сомневался. Бежимки. Бежимки. Нажебать. Пушки сделаю побольше, чтобы все влезало. Какой равный бой. А если я базу буду брать? И у него какие-то пульки больше с альфой, по-моему, да, чем у обычных Т1 пулеметчиков. Повреждений 12. А у тех, по-моему, по 8. Пулеметик дожил. Так, это что там выезжает? Голова-то где моя? Или повернулась? Ну, типа, изи-вин, можно поехать и дальше нагнуть кого-нибудь. Так, как это сделать ближе там? Вот, лех трактор, прям сейчас. Бегу к тебе. Ну, первый уровень на ББшках вообще практически все пробивает во все места. Это хорошо. Это нехорошо. Не всех, не во все места. Рено Отсу китайский просто. Или что-то японский. Реально, даже в борт не пробиваем. Давай будем использовать премиумные боеприпасы. Не подходит ББшка? Используй премиумный боеприпас. Премиумными сразу. Нормально. Стилит.
Так, что лучше, 7-й дед или новый кран? Вот в этом, друзья, как бы стриме мы, по идее, хотим разобраться. Лично я считаю, новые шведы, ну не они алё. Они не для того, чтобы их выкачивать, они... Картош. Картош, что случилось? Павел Васильевич во имя Владимира Владимировича взял и вознагнул рекорд. Ну, не, я просто... К чему удивляюсь-то? Неужели не поставили нормальных рекордов на этой новой ветке, чтобы мастера давали не за 5 фрагов, а хотя бы за 6? Так, тут какой-то сюрприз обещают. Пойдем смотреть. Где, где, Картош? Вот сюда. Мы готовы предложить что-то интересное. Пойдем смотреть. Твоя личная скидка на пресс-аккаунте, прем-аккаунт на 7 дней. Вууу! Минус 59% во имя типа... И всего остального. Приобрести. Пойду-ка приобрету. А, меня сразу пихает на сайт. Wargaming. Да, понятно, короче. Ладно. Спасибо за персональное предложение. Держитесь там. Так, ладно, друзья. Сова тайм. Сейчас, подождите, я посмотрю, как это выглядит на вебке. Потому что сова такая хорошая. Она... У нее ножки есть. Она вот такая вот как-то. Они причем такие все... Мимимишная. А я показываю вам не только, кстати, ножки сову, но и состояние под хвостом. А это уже другая передача. Это не просто про животных, это уже какая-то это запретная. Вот, она такая хорошая. Я предлагаю придумать, друзья, как ее называть, потому что тупо безымянная сова. Паша, привет. Нравятся твои видосы. Спасибо за творчество. Побольше комментирую свои действия в бою. Очень помогает общему развитию, в том числе и моему. Спасибо, Преторстанк. В общем, закончим с совушкой-совой. У нее еще хвостик из бересты. Так, куда? Вот сюда показываю. Хвостик-хвостулечка. Что резко с ней наводится. Ну и хрен с ней. Вот. И она такая лапулька. Короче, ваши варианты никнейма для этой чудесной птички. По КД можете присылать. Так, стоп. Повернись к зрителям. Вот так. Вот так она хорошая сидит. Сова-топчик. Зоология началась. Так. Сова ест то, ну там у ребят фантазия разнообразная работает, конечно. Двигаемся дальше. В общем, по первому уровню что? Ничего, медленный танк, поэтому аккуратно нужно играть. Модули никакие не помогут, обзор у всей нации в целом конченый. Поэтому труба до первого уровня, господи, тут больше разговоров, проще за свободку выдвинуть. Дальше, второй уровень, легкий танк, я на нем никогда не играл вообще. Я начал сам качаться с четвертого уровня, вы видели по вчерашнему видео про Лагу. На этих я не играл ни разу. СТРВ М38. М38 это калибр, да, 38? Да, у него пушки такие, Акан, Кан и такое все. Короче, побежали в бой, в катулечку. Апостол Андрей пишет, Павел, сыграй на Лео 7 шведов, хочешь посмотреть, будет пригорать или нет. Сыграем, конечно, об этом и стрим. Гобзер Паша, передай приветик в Приморский край, город Артем, всем гобзерам-танкистам. Гобзерам-танкистам большой привет в город Артем, Приморский край. Игорь, Пашка, помнишь меня? Я сдал зачет по криминалистике, самый сложный вопрос был по гитоскопии. Игорёха, криминалист наш, сдал... Так, я сейчас попытаюсь догадаться, что такое гитоскопия. Ну, скопия — это чего-то смотр. Колоноскопия — это смотр, так сказать, со дна. А как это скопия с пищевода называется? Я уже подзабыл. Гастроскопия. А что такое гитоскопия? Это может быть через какие-то потаённые уголки организма. В общем, сложно. Гидеоном, ребята, предлагают назвать сову. Сова Люпа. Сова Фугас. Кеша Лёва. Лолло Сова. Кстати, Лолло, это что-то по-шведски. Сейчас мы посмотрим, что есть Лолло. Сова 921, да? Павел Амбеич, оп-оп-оп-оп. Спасибо за твои стримы, спасают в скучное время. Жду не дождусь тебя в блиц-танках. Я уже 63%, оп-оп-оп-оп. Жду карасей, что-нибудь новенькое. Экспериментирую с играми. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Спасибо огромное. Да на здоровье. Ты топай стример 10 ЛВЛ. Оп-оп-оп-оп-оп. Стопы, да что-то как бы шьют. Все. Как-то я не знаю, тут ёл. Надо заехать, ёл. Что-то все вообще... Ну я правда бортом и изъездина. Йо-йо-йо. Оп-оп-оп-оп-оп. Павел Амбеич, не страшно тебе от того количества людей, которых ты донатной девственности лишил? Вот и я теперь тоже. Спасибо за творчество. Болею, сижу. А твой стрим лучше любых лекарств. Это да.
Опа-па-па-па, как его пробить в каток? Пока стоит родной. Он меня тоже в каточек распихал. Так, а ты куда поехал? Опа-па-па-па. Тыщ-пыщ, ну, лево, направо, всем пихаю. Ну, в целом, танчик как бы бодрый, потому что у него стабилизированная более-менее пушка. Не нужно сводиться реально два года, как в таких других котяхах. Шведских. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, погоди, браток. Нагибайся. Получил. Всего доброго, держитесь. А у нас там, кстати, прорыв канализации случился. Хлынуло прям-таки снизу. Во, скорее смотреть. Вот с балкона буду смотреть и им иссикать. Так, выезжающий Т-26 уже выехал в Онажар. Оп-оп-оп-оп-оп. И эти два, похоже, тоже все обоссались. И сейчас их наша команда тут залил. А вон там еще стоит какой-то медиум. Сведемся. Пуньк. Ожил такой, сразу заинтересовался, что происходит. А что происходит? Распихивает тебя, браток. Оп-оп-оп-оп-оп. Ну давай, последняя пулька во врага-то, полети. Ну, картош, ну почему со мной это все каждый раз? Ребятки, опа-па, жмите лойса, если у вас по КД постоянно шотного вы не попадаете. Не пробиваете, как сейчас. Да что такое, картош? Опа-па-па. Я хотел тут на войноса пойти, а все фраги заотнимали у меня. Тихо. Все в порядке. БТ-2 стоит. Он стоит, а я приехал. Алле, пыньк. Пыньк. Ну просто World of Shooting. Мне нравится. А это что стоит, зазевалось? ГМС, это же арточка. А, это ПТшка. На, короче, ванжар. Не, ну так бы я войноса напихал. Будь картошка со мной благосклоннее. На пресс-аккаунте-то. Второй бой на этом пресс-аккаунте. Так. Семен Семенович. Стопой. Александр Болога. Оп-оп-оп. Спасибо, Александр, короче. Картош, да ты аспуксок, кажется, ты будешь, он не будет, а мастер. Хант пишет, Паш, привет, удачного стрима такой, через Ростелеком. Я могу получить танк в ЕУ сервер? Ой, слушай, ты спросил. Я не думаю. Хотя на ЕУ сервере мы видели катающийся Т-44-100, но без R. Короче, я не знаю. А, слушай, наверное, тебе лучше в техподдержку написать. Или в Картошкину, или в Ростелекомовскую. Семен Семенович, Павлович, не страшно тебе такое количество людей, которых ты донат на детственности лишил? Вот и я теперь тоже. Семен Семенович. И ты теперь тоже. Спасибо. Игорь пишет. Привет, Павел, спасибо за видос. К сожалению, не смогли с дочкой приехать на ВГ-фест. Она тоже приобщилась к танкам. Если не трудно, передай моей Дарьюшке привет, город Тверь. Дарьюшка, Дарьюша, большой тебе привет папке твоему тоже, Игорёхе. Мау пишет. Паша, спасибо за стримы. Вопрос. Минут 10 назад в рандоме встретил объект 252У. Уже тестят, что ли? Тебе выдали этот танчик? Когда гайд? Танчик выдали. Катаю тещу. Пока не могу ничего говорить, потому что он пока не планируется в этом году. Вот. Танчик отдаленной перспективы. Но какая же это жесть будет. Если его не изменят, нахрен все. Нахрен Леви, нахрен Т-34. Николас, называй сову Фуга. Фуга. Смотрит на меня как на дебила. Ну, вроде бы откликается. Если это считать, откликается. Норрис, добрый вечер, Павел Иванович, срочные новости. Баба Е100, большое обновление, новая локация, куча плюшек, пиват закуплен, орешки закуплены, сижу, жду Стоимчанский. Николас, я тоже жду. Реально круто. Я вчера поиграл, побегал, шматтины завезли там 1000 миллионов. Теперь даже видно героя, которого ты наряжаешь. Но один нюанс. Надо же в это все играть, сидеть. И потратить много времени. А по последним онлайнам на Long Dark я не могу сказать, что это интерес какой-то у публики сверхпопулярный. Поэтому я, короче, в сомнениях. Но я думаю, стрим запущу рано или поздно. Может быть, завтра. Игорь, это словесный портрет человека. Речь у нас шла по... Как это там? Эту скопию, короче. Какую-то скопию. Словесный портрет человека. Блин, Игорюха, вот понапридумывали эти бобры, криминалисты, всякого ненужного терминологии. Вот словесный портрет человека, что проще может быть? Три слова, правда. Николай Монолит, я человек простой, вижу Пашкин стрим, доношу, как с победой, в общем. Спасибо, Николай. Алексей Алексеев, привет, на ВГ-фесте достояться к тебе не смог, но увидел издалека, и на душе все равно стало теплее. Спасибо еще за ламповую атмосферу, которую создаешь, а не только танковыми стримами. Алексей Алексеев, спасибо. Так, ну а что, короче, я тут вознагнул. Что могу сказать по первому и второму уровню? Первый что-то не очень, второй уже поинтереснее. У него есть стабилизация, и он сводится. И вроде как ББшками даже я пробивал все, что там шевелилось на втором. Вот третий.
Третий те же яйца только в профиль, да, у нас должно быть. Альфа 40, бронепробитие 78. Ага, тут такое же, только голдовое все стало. Как голдовое у второго, обычно и у третьего. Ну, поехали. Побежали в бой. Так, мамка Джо пишет. Чему на стене висит не мой хлопчик? А, почему на стене висит не мой хлопчик? Пишет мамка Джо. Это такое. Так, друзья, дружечки, смотрите, у нас уже третий уровень, его уже некоторые начинают выкачивать, не пробегать за свободку, потому что здесь может потребоваться 1, 2, 3 боя. У танка, как и у всех в целом на низких уровнях, и особенно у шведов, вообще маленький обзор, поэтому лучше на это все ставить одну трубу. Ее где-нибудь нужно купить, на других танках снять, например, и на каждом шведе ставить, потому что момент, когда вы остаетесь одни против большого количества врагов, обзор решает все, и труба просто must have. Все остальное опционально, можно пока на модули не обращать внимания на третьем уровне, дороже, наверное, будет экипаж переобучать и всякие там эти, за 10 голды снимать. Слова оп-оп-оп, ребята. Слушайте, да, оп-оп-оп. Она сразу заулыбалась в душе. По-моему, оп-оп-оп это норм. Лучше, чем фуга. Или фуга оп-оп-оп, чтобы было как комбо. Так, бежим в атяку. В атяку бежим, друзья. Тут чисто по дефолту сыграем, ибо... Как еще там? Я больше не умею никак играть, кроме как по дефолту. Так. Это что за... Шпигун. Ну, пушка не сказать, что долго сводится. В принципе, достаточно комфортно для второго уровня. Какой-то третий. Третий, да, у нас? Что я уже внимательный игрок. Не вдуплил, на каком уровне играю. Там, у них уже там тоже поджим. Это что там за драйвер? Кверх ногами едет. А ты встань, да постреляй в меня, как ты глупый так делаешь. Так, ты точно корову не продашь. Ой-ой-ой-ой, жара. Что-то как-то здорово тут много приехало бобриков. Я теперь стесняюсь. Тихо, ты что такое? Ты откуда взялся? Так, я танканул какую-то пулечку. Хороший знак. Танчик ожонь. Как же он качается, смотри, просто взад-вперед, и сейчас такое чувство перевернется на ровном месте. Оп-оп-оп-оп-оп. Выезжай. Ай, молодец. Ай, молодец. Ай, умничка, еще. Тихо, вы что тут творите? Незаконное. Бахаю вас в рожу прям по КД. Следующий. В рожу прям получай. Ванагару бегай. Так, там L60 какой-то рашит. Бравируя своим геймплеем там. Песочным. Ладно, в жопку. Наверное, и есть смысл поубивать уже тут в конце концов кого-нибудь. Что-то как-то озверели игроки. Видно, что настроены совершенно решительно. Озверели просто жесть. Тут стоит 10 хп, кому-то принес. Спасибо. Так, тихо, зачем я выстрелил? Ну просто для страху. Ты хоть раз меня пробьешь, пробиватель? Пойду-ка я их убью, короче, со спины. Там тетрархи только бережет. Сейчас я у второго, третьего, четвертого всех убью, короче, и будет изи вин. Так, вот это надо убить. Ладно. С края начнем. Да я чё бегать-то за вами буду, что ли, бобры? Ну? Блин, похоже... Так, там 53 хп убежало. Чё за погоня? Погоня, погоня, погоня! В горячей шведской крови. А вот я вот сейчас вот тут наперерез. Блин, там в спине еще. А он фуловенький. Был. Мое. Макс Стрелок. Так, стоп, а этот куда побежал? Простой паровоз. Не стучите колеса. Побежал такой наш варточку ковырять. Давай, беги. Так, я вот уже, вот здесь уже буду сводиться. Уинь. Ага. Есть. Войнюс, войнюс, плюстер. Опа, сова-говорушка или говорушечка. Говорушечка это немецкий легкий танк 8 уровня. Говорушечка. Это 251. А это сова фуга. Опа-опа-опа.
Что за, господи, бред? Какой-то бред, простите, пожалуйста. Владимир Владимирович, не судите, пожалуйста, высоко. Без Анатольевич, просто бред какой-то. Ну что, тетрарха, наверное... Ну он, в принципе, там фуловенький. Может быть, я еще в него пихну пару пулечек. Наша, он БТ-7 базу берет. Молодец такой. Так, тетрарх отправился, короче, в последний нагиб. Все, в ангар убежал. Так, пишет... Андрей из Ростова. Пашка, вопрос. Почему Сарти не хочет стримчик запилить? Было бы круто. Ну, было бы круто, а соло тоже круто. Конечно, как-нибудь запилим. Сомовей 921. Спасибо, трубка Сталина. Подрывники. Да подождите. Вы поняли? Вы поняли, как я это делаю? Просто берешь три боя, три мастера. А подаги не впереди планеты всей. Ну, просто я брал и нагибал. А это, кстати, больше сделал. Дали ли интересно ему мастера? Опыта там больше получил. Ребятки, просто берешь и все. Просто лучший. Смотри, что мы делаем. Смотрим и скриним, друзья, как и ты бы хотел играть в этой жизни. Просто берешь три боя на аккаунте. Три мастера к ряду. Просто топовый шведский стрим, я считаю. Третий швед Ажонь.